Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на мой портал. Я приглашаю всех желающих и ожидающих консультаций на новый набор в группы, которые продлятся 5 месяцев каждая. Впереди через 2-3 недели, вы можете посмотреть расписание, я набираю новые группы на 5-месячные занятия. Значит, что мы разбираем в этих консультационных занятиях? 5 месяцев, 5 блоков. Первый блок – это симптоматика и упражнения работы с ней. Это паническая атака, агорафобия, страхи, тревоги, обсессии, компульсии, ритуалы, навязчивые мысли, избегания и так далее. Мы за 5 недель строим базис под названием «Знания», на которых потом будет основана ваша терапия. Сами по себе эти знания и сами эти упражнения не являются терапевтичными для неврозов. Они являются лишь терапевтичными для правильной интерпретации тех или иных симптомов – паники, тревоги, беспокойства и мыслей. Второй блок – это когнитивно-поведенческая терапия. Мы занимаемся анализом ваших эмоций, анализом ваших мыслей и результатом как телесным, так и поведенческим. Это тоже 4 недели. Затем мы занимаемся когнитивно-аналитической терапией или и строим патогенез, строим концепцию лично каждого человека в группе невроза. Мы начинаем связывать причины, поводы, более глубоко погружаться в причину формирования этого состояния непосредственно лично у вас. Затем четвертый блок. Мы анализируем еще раз все это, как это работает, и ищем внутренний конфликт или серию внутренних конфликтов, которые привели вас к тому или иному расстройству. И пятый блок – это некий коучинг, который поможет вам найти выход из сложившейся ситуации, которая является внутренней проблемой, которая является проблематикой, которая составляет в целом эти внутренние конфликты. Итак, я приглашаю вас на 5-месячные занятия. Посмотрите расписание. Напишите мне в скайпе, что вы бы хотели посетить эти занятия. В группе 8-10 человек, больше не принимаю. Соответственно, кто успеет записаться в группы, войдет в ее состав, и мы будем 5 месяцев каждую неделю по 2 часа заниматься. Оплачивать группы нужно раз в месяц, в течение 5 месяцев, каждый месяц. Всю подробную информацию о группах и о том, что мы, как это все проходит, я вам могу рассказать в скайпе. Итак, приглашаю вас на набор в новые группы. Скоро увидимся. До встречи, пока.